Я думаю, что то, что происходит в Европе, это связано с тем, что люди слишком долго ничего не делали. Работали, жили на пособие, у них там всякие страховки, льготы. Приехал, ой, все, вы беженец, вы иммигрант. Всем прям на все на блюдечке, вот, везде тепло, везде фиеста. Вышел там, полчаса веником помахал. Короче, все, тебе пособие еще, плюс тебе какое-нибудь за то, что ты с детьми приехал. А тут, ну, им говорят, ребят, денег больше нету, давай работать. Ферштейн, они, наверное, запаниковали, начали причины межнациональные какие-то искать, там, с полицией связываться. А мне кажется, что в России такого не может быть, потому что мы в данном случае спокойные, позитивные, и какая бы там, кто бы ни говорил, какая Россия не была не сплоченная нация, но мне кажется, где-нибудь там представить, что где-нибудь в Кемерово вышла толпа националистов на площадь и сказали там, скажем так, партии не быть. Или что они должны сказать там? Давайте нам льготы, не хотим работать в Кемерово. Вот, ну это какая-то странная. Мы как бы наоборот всех примем, к нам езжайте, нам нужны люди.